благословенный и светлый день, когда вся полнота Православной Церкви преклоняется перед дивным подвигом святых московских первосвятителей, духовенства и прихожане Тульской области соборно молились с божественной литургией, совершенной митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием в Успенско-кафедральном соборе Тулы в день своего тезоименитства. Простите мне, отцы святые, Бог, простите, высокопреосвященнейший Господь, нас, Высокопреосвященнейшем митрополите Алексии, в честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем притче и людях, Господу помолимся.
и таламина сама вонзор, вот ах отхади, и аль карма вослыха, аль атина мину, когда рассадка. Посети виноград сей и утверди, его же насади, десница твоя. По завершении богослужения глава Тульской митрополии принял поздравление с Днем Ангела и поблагодарил благожелателей в ответном благодарственном архипастырском слове. Хотелось бы в День Ангела, в день именин, пожелать нашему дорогому, уважаемому, глубоко уважаемому митрополиту Алексию долгих лет активной просветительской работы, жизни. Все, что он делает на благо нашего родного Тульского края, вызывает глубочайшее уважение, а в ряде случаев восхищение не только у верующих, но и у нас, у представителей светской власти. Та неоценимая помощь в воспитании подрастающего поколения, которое делает церковь во главе с митрополитом, приносит плоды не только сегодня, но и смотрит далеко в будущее. Это священная, святая работа. А без здоровья, без такого душевного, творческого долголетия невозможно. Поэтому хотелось бы, чтобы все блага Божии на нашего митрополита сошли, пожелать ему крепкого, долгого здоровья и нашей совместной успешной работы. У нас сегодня замечательный день у всех прихожан нашей митрополии. Сегодня день ангела нашего замечательного человека, светлого митрополита Алексия. За эти годы он очень многое сделал в укреплении традиций Русской Православной Церкви. Он собиратель, очень много храмов восстановлено. Молодежь идет к нашу веру. И сегодня ему хотелось пожелать долгих лет кафедры, долгих лет радости, долгих лет и крепкого здоровья. И мы все любим его, потому что на самом деле, вот там говорят, где родился, там и сгодился. Я думаю, что у нас впереди очень много хорошей, светлой работы, Божьему благословения, счастья, радости ему и всем нашим туликам православным христианам. С праздником! Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш архипастор и отец, сегодня день вашего ангела, и всегда в день святого ангела всегда принято говорить о тех делах, которые вы совершили. Я не говорю о храме, в котором мы стоим, который создан при вас, в вашем управлении, но мне хотелось сегодня по-человечески обратить внимание на другую сторону вашей жизни. Вот когда служишь с вами, то прежде всего отличается она прекрасной проповедью, богословской проповедью. Я считаю, что это метка Божия, вот Господь пометил вас, потому что я знаю вас все-таки давно, и вы всегда и в молодости этим отличались. Лучше вас никто не говорил в лавре. Святая просвора, которую хочется вам поднести как знак нашей молитвы, хочу засвидетельствовать, что сегодня мы молились у престола с вами и просили ваших покровителей, преподобного Сергия и святителя Алексия, чтобы они стали перед нашими молитвами и донесли наши молитвы до престола Божия, чтобы Господь дал вам здравие, долгоденствие и многое, и благая вам лето. И спала эти деспоты. Thank you.
любви о Христе, в этот благословенный праздничный день, когда со всею полнотою Матери нашей Русской Православной Церкви, имеющей свою пасторскую юрисдикцию, ответственность и заботу на всех 5 континентах земного шара, и мы здесь, в богоспасаемом и славном городе-герое Туле, благочестно совершаем память наших московских первосвятителей, предстателей, ходатай и чудотворцев. Приветствую всех вас, все честные отцы и возлюбленные Господи, братья и сестры. И благодарю все благое Божие смотрение и мерности моей вместе с вами, судившего ныне здесь, под этими освященными и благоукрашенными благообразными сводами, совершить божественную литургию. И я вседушевно, благодаря всеблагое Божие смотрение, благодарю боголюбивый христианский народ нашей богоспасаемой Тульской митрополии. И вас, братья, сподвижники и соработники моей духовенства, и вас, мои дорогие братья и сестры, сослужители по свидетельству миру о том свете божественной любви, который в каждом ведь из нас сеян в день нашего крещения, и который, если мы наблюдаем за тем, чтобы он не загас никакими ветрами этой суетливой внешней жизни и попечительности, чтобы он теплился ровно и источал свет вокруг себя, ведь сказал же нам сегодня Господь, не для того же я его затеплил, как и вы зажигаете свои светильники, чтобы куда-то упрятать. Нет, для того, чтобы поставить как можно выше, чтобы во всем пространстве вокруг него этот свет служил благу, возбуждая радость и смысленную, и волевую, и чувственную, и материально-телесную, и чтобы в этой радости славили люди не только друг друга и не столько друг друга, а источника и совершителя всякого блага, Бога Отца, Сыном во Святом Духе через нас, воспеваемого и прославляемого. Всех вас, паки и паки, благодарю за этот щедрый дар любви, веры, надежды и искренней христианской жизни. На всех вас молитвами и предстательством московских первосвятителей призываю щедрые Божьи благословения. С чувством духовной радости поздравляю владыку Алексея со святым и дорогим сердцу днем его личной Пасхи, туляки пожелали митрополиту Тульскому и Ефремскому Алексею, чтобы его ревностные труды, направленные на благо Тульской митрополии, еще долгие годы проходили под покровом святых московских и всея Руси чудотворцев, в числе которых и самый близкий, самый родной покровитель владыки Алексея, святитель Алексей, митрополит московский и всея Руси чудотворец, имеющий особое дерзновение перед Господом в молитве за народ Божий.